С 2008 года мост через реку Уча, по которому с западной стороны Пушкина можно было попасть в микрорайон Мамонтовка, планировали заменить на новый. Однако до 2016 года он находился в недостроенном состоянии. Группа компаний «Сапсан», занимающаяся строительством жилых микрорайонов на территории всей Московской области, а также являющаяся социально ответственной, взялась за этот проект. Всегда, когда мы заходим в какой-то район, мы не просто локально занимаемся строительством, а пытаемся улучшить жизнь в общем и целом всего района Московской области. За полтора месяца, имея только каркас моста, который долгое время находился без консервации и без надлежащего осмотра, группа компаний «Сапсан» наняла двух субподрядчиков и завершила строительство объекта. Использовав более 10 единиц техники, а в последние дни, работая в круглосуточном режиме с периодическим перекрытием дороги, удалось достроить мост быстро. Таким образом, 16 сентября состоялось его официальное открытие. Самое главное, вы слышали, это прекрасно, замечательно. Все замечательно. Старый мост будет закрыт для транспорта и останется лишь в пользовании у пешеходов. Тот мост, который существовал старый, во-первых, практически в аварийном состоянии, во-вторых, он пропускал только лишь в одну сторону. Одна полоса для движения была. И, конечно же, это поможет развязать какие-то транспортные нагрузки, развязать пробки в городе, поскольку очень много, вы знаете, дачников, как правило, объезжая пробки на Ярославке, едут именно этим маршрутом. Поэтому мы надеемся, что мы разгрузим и город в целом от пробок, ну и Ярославку. Без главы Пушкинского района не может пройти ни одно мероприятие, поэтому, открыв мост, Сергей Гребенниченко тут же отправился на другое не менее важное событие, которое проходило в Доме культуры Пушкина. День социального работника в этом году отмечают 16 сентября, и поэтому организована небольшая концертная программа, на которую приглашен Сергей Гребенниченко. Спасибо вам за ваш труд, за вашу помощь людям, за душевную щедрость и за то тепло, которое вы дарите людям. От всего сердца желаю вам успехов в этом нелегком, но таком нужном труде. Крепкого вам здоровья, добра, счастья вашим семьям. Поздравляю вас от всей души с этим праздником. Также Сергей Михайлович поделился со всеми одним секретом, что инициатором данной праздничной программы в честь Дня социального работника является его ведущая Инна Полуянова. После чего собравшихся здесь, скажем так, виновников торжества наградили благодарностями за их работу.